Семья, всем привет! Сочи, Краснодарский край, 15 марта 2022 года. Господа, кто в бюджете у меня? 13 миллионов рублей и 15 миллионов рублей, но с наличными. Или кто в бюджете ипотеки? 15 миллионов рублей и 17 миллионов рублей. Ребята, я на связи. Принимайте правильное, своевременное, быстрое решение. Объясню, почему так. Только что Лёше выслал я шахматку. Эти дома есть у нас в базе. Мы находимся в селе Нижняя Шиловка на улице Комарова, чтобы было примерное понимание. До моря, там, до олимпийских объектов, грубо говоря, 20 минут быстро, на расслабоне минут 25. До Красной Поляны там минут 35 быстро. Ну, на расслабоне минут, там, не знаю, 45-50. Так вот едете еле-еле там потихонечку, 20 км в час, приезжайте на Красную Поляну. То есть, в принципе, Нижняя Шиловка, ну, вам всем известно это местоположение. Да? Можете изучить более детально, загуглите Google в помощь. Значит так, ребята, концепция клуба. Три дома. Одинаковый стандартный дом по 102 квадратных метра. На первом этаже кухня-гостиная, санузел, на втором этаже две спальни и, соответственно, санузел. Значит, участочки небольшие. Один дом, вот этот, у нас продан. Концепция единая, такой стиль хай-тек, панорамные окна, караед. Это монолит-каркас с керамзитоблочным заполнением. То есть к качеству строительства у меня вопросов нет. Я посмотрел, походил и так далее. Все чистенько, сухо и так далее. Ну, вопросов у меня никаких нет. Газовую трубу видите? Вот она, газовая труба. Да, в дом газ не заводили, но у всех здесь газ, поэтому без проблем. Заплатили, получили техусловия, завели газ. Вопросов никаких нет. Водоснабжение центральное, ребята. Канализация, локальное чистое сооружение. Значит так, смотрите, какая у нас история. Сегодня в шахматке я прислал, ребята, мы не скрываем, я прислал в шахматке, этот дом стоит 15 миллионов рублей, вот тот дальний дом стоит 17 миллионов рублей. За наличный сегодня и завтра и послезавтра можно этот дом забрать за 13 миллионов рублей, вот тот дальний за 15. В чем разница? Здесь 2,2 сотки земли по документам, там 3 сотки земли по документам, ну плюс еще есть соточка муниципальной земли за домом, я сейчас вам ее покажу, можно спокойно ее, ну так сказать, ну между нами использовать, ребята, да, ну использовать, потому что там никаких подъездов нету, вы туда все равно никто не подъедет, не заедет и так далее, но по секрету я вам скажу, что теоретически, если купить вот этот дом за 13, здесь перед домом тоже вот есть земелька, да, муниципальная. Ну, теоретически, это тоже можно, ребят, как-то облагородить, и никто вам, в принципе, ничего не скажет, потому что, если вы облагородите беседочку, какую-то не беседочку, такой без капитальных строений, естественно, баню вы здесь, конечно, не поставите, потому что соседы обзавидуются, но теоретически облагородить можно. Давайте переворачиваю камеру, показываю вам, и еще раз говорю, объект хороший, я реально вам говорю, я рекомендую, в принципе, вы можете заходить на ремонт, ребята, газ центрального снабжения, это уже о многом говорит. Для кого эта локация? Вид, в принципе, ну, вот, смотрите. Как бы море вы здесь не увидите, но, в принципе, в окружении горы, спокойствие и так далее. Здесь спокойно через улицу Нагуляна, вот по такой дороге сейчас до Нагуляна, и спокойно по Нагуляна проехали. Если в ту сторону поедете, то пойдете на брусчатку, на щебенку и так далее. Там пока еще долго-долго будет строиться дорога, ребята, поэтому заезжаем с этой стороны обязательно. Все, Нижняя Шиловка, 13 миллионов рублей и 15 миллионов. Я бы, ребята, взял за 13. Земли, как бы, от слова нету почти что, но, тем не менее, как бы, цена, да? Цена на сегодня просто идеальная. Переворачиваю камеру, показываю внутри, какая... Давайте еще раз. Концепция вот такая. Этот у нас продан. Тот у нас 17, еще раз говорю, по ипотеке за наличку 15. Этот 15 по ипотеке за наличку 13. С ручником. Все, у каждого своя парковочка, заезд и так далее. Смотрите, вот она, эта земля. Мелька, вот газовая труба, все, врезаться, подключиться, вопросов вообще никаких нет. У всех здесь газ. Вот и земелька, ну посмотрите, сколько здесь нормально земелечки. В принципе, можно здесь какую-то беседочку, не беседочку. Ну, вы понимаете, то есть в любом случае придется облагородить, что-то сделать. Все, здесь парковочка, видите, я припарковался, места предостаточно. Откатные ворота поставили, соответственно, себе вот так. Поставили себе здесь автоматику, ворота отъехали, заехали, здесь по коду забежали домой, штакетничек стоит. Слушайте, ну, я так скажу, может быть, оно и не нужно, на самом деле, здесь парковка, да, и по большому счету, ну, теоретически, хотя, здесь либо брусчаточку сверху, или, я не знаю, плиточку, мангальную зону и так далее, да, кто-то скажет, я хочу бассейн, да хотите бассейн, берите этот бетон, сделайте здесь себе небольшой бассейн, небольшой, перед домом, вот здесь, да, парковки у вас здесь не будет, а зачем вам здесь парковка, паркуйтесь там, раз, два, две машины спокойно, сделайте здесь себе, в конце концов, парковку, залейте, никто вам ничего не скажет, сделайте здесь себе еще раз, два, три, четыре, господи, здесь может 10 машин поставить.
Поэтому запросто можете все это расколотить, пожалуйста, так сказать, отбойный молоток вам помощь и сделать. Локальное честное сооружение спрятали, туечки посадили, все. Ну, вот здесь немножко земли для грядок, да, для грядок по электрике все здесь все у нас выведено, счетчик стоит, все нормально. Слушайте, фасад сделан красивый, окна панорамные, в принципе, у меня вопроса нет. Подпорные стены, ребят, вы даже не представляете, сколько на сегодняшний день это стоит денег. Просто сколько стоит денег. Кстати, ну вот, Леша, о чем мы с тобой говорим, посмотри, какая толщина этих стен, да? То есть... Тридцаточка здесь налицо. Капитальные стены, штакетничек. Отлично все. Ну, мне нравится. Мне нравится, как бы. Вопросов нет. Вот такие панорамные окна, небольшой балкончик. Давайте по традиции попробуем обойти. Здесь немножечко совсем земельки. Еще раз говорю, 2,2 сотки земли. Обратите внимание на толщину бетона. К фасаду вообще нет никаких вопросов. Смотрите, ничего не течет, ничего не капает. Хотя дом светлый, белый, да? Если были бы какие-то проблемы, мы бы с вами это увидели. Обратите внимание, вообще ничего от слова совсем. Хотя дома, вы же понимаете, да? Не вчера, так сказать, покрашены. У соседа за счет вот этой дороги, ну я вообще не знаю, есть ли смысл, понимаете, переплачивать. Ну вот за счет вот этой дороги, ну зачем, ну все, у него получается больше земли. Ну у него там есть бонус, я вам покажу. Так, заходим в дом, смотрите. Нормально, дверь менять не надо. Хорошая абсолютно дверь. Не какая-то там копеечная дверь, видите, не то, что там все трясется, так сказать. Все, нормально, дверь, зашли. Зашли, все, попали в прихожую. С левой стороны сразу кухня-гостиная. Это окно смотрит подпорную стену на часть огорода. Это у нас смотрит, соответственно, туда, в сторону парковки. Ну, я бы здесь... Да, вы сделайте... Ну, ладно. Сами разберете, что сделать. Ребят, ну, теоретически, конечно, на самом деле, можно было бы здесь замутить что-нибудь такое, типа, отделить спальню. Но я не вижу смысла в этом. Честное слово. Ну, вот просто честное слово. Кухонная зона, понятно, да, что это кухонная зона. Там готовите, все. Это обеденная зона. Все, здесь обедаете, соответственно, да. Ну, я так это, по крайней мере, вижу. Я так вижу, все. Четенько, да? Четенько. Все, четенько. Давайте со всех сторон обойду, чтобы не было никаких вопросов. Все, панорамные окошки, две световые точки, отлично. Здесь тоже панорамное окошко. Подлестничное пространство, в любом случае, каким-то образом задействуете, поставите здесь шкафы и так далее. Здесь можно, на самом деле, все спрятать. Слушайте, большая ванная комната, вот реально просто большая ванная комната. От слова большая, то есть такая, знаете, полноценная ванная комната. То есть подличное пространство, не придется прятать стиралку и так далее, как у меня есть замысел у меня дома. То есть крутое, крутая ванная комната, здоровая, клевая, такая должна быть. Такая ванна и должна быть. Слушайте, удобная лестница, уже вижу, как она будет выглядеть с подсветочкой, в стиле хай-тек, с перилами здесь, со стеклом. Супер, нормальное перекрытие, смотрите, какое перекрытие у нас здесь. Так, поднимаемся. Здесь у нас еще, ребята, один санузел. Тут тоже, на самом деле, ванна поместится, вторая, если надо. Ну, здесь можно душевую уже сделать, постирочную и так далее. Но она тоже вместительная, проблем никаких нет. Все. Санузел и две спальни. Панорамное окно здесь. Молодцы они, что сделали. И две спальни. Спальня номер раз. Это как бы детская, типа, я так думаю... Соседи нормальные, смотрите, здесь как бы типа хай-тек, там типа хай-тек, ну что-то такое, да? Все, здесь уже вы сверху смотрите на свою подпорную стеночку, вот такая она, ребята. Мощная, видите, все нормально сделано, ничего не течет, ничего не бежит, красиво сделали. И вторая спальня. И вторая спальня, то есть, вот она, ну это уже взрослая. Взрослая, взрослая спальня, она побольше для взрослых, с выходом, естественно, на балкон. Все, с выходом на балкон, с видом на горы. Слушайте, отличный вариант, реально отличный вариант за эти деньги. То есть сейчас тот, у кого есть деньги, 13 наличие, ребят, 13 миллионов наличие, приезжайте, быстро оформим, все четенько. Все есть, все выписки, никаких обременений, вопросов нет. Я лично провожу сделку, все под моим контролем, без проблем. Ну вот такая вот история, видите. Сейчас как бы уже не построится вам никому на двух и двух сотках, на трех сотках не построится. Ну, раньше, допустим, вот маленькое озерцо там, совсем такое маленькое, видите, такая. Лужа не назовешь, ну, как бы такая, полулужа, полуозерцо, да. А вот. Вот вам видеонаблюдение уже, видите. Ну, вот, в этом доме тоже скоро, так сказать, уже люди зайдут на ремонт. Самое ближайшее время. Так, ну пойдемте, пойдемте в режиме онлайн. Я покажу вам второй дом. Все, еще раз повторяю, кто не расслышал, ребята. Значит, что у нас здесь с вами?
У нас здесь с вами 15 миллионов по ипотеке этот вариант. Поэтому, у кого одобрена ипотека под старые 6%, приезжайте, приезжайте, быстро оформим. За 15 миллионов, ребят. За 15 миллионов, потому что, извините, налоги, все дела. Кто за наличку? 13. Приезжайте, 13, ребята, 13 миллионов. И прям завтра выходим на сделку. Давайте, кидайте задаток. Ворота задвигаем. Давайте, ребята, я делаю договор задатка. Присылайте задаток, все бронируем. Я вас жду выходные на сделку. Давайте второй номер. Второй дом. Так. Так, 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 так. Красавчик. Так, все. Значит, здесь история следующая. Ну вот, эта дорога. Нужна она такая дорога. Вот вам и сотка земли, понимаете? Вот вам и сотка земли. Но, ребят, нюанс в другом. Нюанс в другом. Да, все тоже чистенько, сухенько там и так далее. А здесь вот такая тоже площадочка, да? Ну, понятно, такая маленькая площадь, когда земли там не до этого, не до бассейна, конечно. Ну вот, за счет этого въезда. Ну, что здесь можно сделать? В горшках цветы поставить, по большому счету, да? Я бы этот выбрал дом, честное слово, честное слово. Ну, вот здесь бонус, смотрите, какой. Это реально бонус, как бы. С другой стороны, если бы деньги были бы, да, потому что, ну, вот как бы были бы, от слова были бы. Вот этот участочек земли. Здесь сколько? Ну, сотка, представляете? Она муниципальная. Подъезда к ней нет. Никто, ребят, у вас ее никак. Вот, ну, просто при всем желании, да. И тут уже ни соседи на вас не пожалуются, ничего. Ну, потому что уже как бы, ну, как бы как. Ну, вот муниципальная земля, понимаете, все. Нацпарк, муниципальная земля. Ну, что, вот как, кто туда заедет? Не эти не заедут, эти не заедут, никто. Тут вот этот... озерцо, как я говорил вам, да? То есть уже здесь, конечно, можно было теоретически и беседку, и баньку такую простую, простенькую, да, там на простом фундаменте, не на капитальном, а так сказать, на блоках, да, или такую привозную, знаете, которая привозится, так сказать, разгружается. Здесь можно было теоретически и бассейн сделать или каркасник поставить, ну, можно было бы это сделать, ребята, можно было бы. Отливы есть, все есть, но видите, как это? Никаких вот потеков, вот просто обратите внимание, это важно, на самом деле. Бывает, приедешь и думаешь, ё-моё, ну как снимать, что людям говорить? Ну, на самом деле, что приходится говорить, люди переделывают. Вот смотрите, никаких, ребят, никаких потеков, никаких нюансов вообще, от слова совсем. А дом внутри примерно то же самое, зеркаливает, планировка та же самая. Зашли, здесь у нас получается кухня-гостиная. Раз, два, две световые точки. Здесь, естественно, кухонная зона. Ну, здесь, в этом плане, конечно, получается, если здесь кухню поставить, то, соответственно, вы как бы смотрите туда, да, как бы, ну, на муниципальную землю, да, на муниципальную землю. Ну, и здесь, соответственно, вы тоже смотрите, получается, как бы на город. То есть видовые характеристики с кухни здесь как бы получше, да. Ну, и ценник, ребята, на 2 миллиона больше. Поэтому как бы нет вопросов, заберите это. Заберите это. Все, здесь то же самое подлесочное пространство. Здесь та же самая огроменная ванная комната, просто от слова совсем. Но она реально огромная, хорошая. И там наверху, просто за счет видовых характеристик, все равно хочу подняться. То же самое, ребята, перекрытие. Поднимаемся. Та же самая ванная номер 2. Вот, и... мне нравится, молодцы, что они здесь, как бы, получается, прошли, так сказать, по лестничному пролету, маршу и вышли. Здесь тоже панорамные окна, не вот эти маленькие, знаете, дешевенькие, а хорошие окна поставили. Все, спальня номер 1, как раз-таки это детская, она смотрит, получается, в сторону этой муниципальной земли. Вы вышли там, раз, оба, все. Озерцо, не озерцо, пошли, выпустили малька, запрудили. Все, вот эта история здесь. И, соответственно, взрослая спальня, тоже вам покажу. Взрослую спальню, я вам покажу взрослую. Вот, соответственно, взрослая спальня. Тоже такой же вид. И давайте выйдем на балкончик. Ну, давайте, чтобы отсюда было более понятно. Как бы вы здесь как раз-таки вот так вот смотрите на озерцо. Вот, выходите на балкончик. Балкончик у нас уже в плиточке. Здесь ваши машины стоят. Здесь сосед, привет, сосед, привет. Видите, там тоже у соседа никакой земли нет. Здесь одинаковая, в принципе, история. Ну и все, и вот такие вот здесь видовые характеристики. Видите горы, в принципе. Ну вот видите то, что, собственно говоря, видите. Все, нормальная история. Здесь нормальный сосед построится, это делает. Там нормальный построится, этот нормальный. Это, смотрите, молодцы, грамотно. Вот обратите внимание. Видите металлические уголочки, козыречки. Да за счет них поэтому ничего не течет, не бежит. Вот у меня таких нет, и у многих таких нет. Поэтому весь фасад потом приходится перекрашивать и так далее. А здесь не сэкономили, буквально немножечко не сэкономили. Вот не сэкономили. И, во-первых, окна поставили, реально хорош. И здесь не сэкономили. И все, и фасадики, смотрите, какие чистенькие. Вот просто обратите внимание.
ни одного, ни одной капельки, ни одного потека. И мне стиль очень нравится. Мне очень нравится стиль. Ребят, я стою на истории, которая сейчас стоит, значит, 17 миллионов по ипотеке, 15 за наличку. Еще раз, 15 по ипотеке, 13 за наличку. Ребят, кто-нибудь их купит? Давайте я их сам кому-нибудь из вас продам. Я жду, ребята, в левом нижнем углу экрана. Молодцы, молодец. Сосед, который купил, он себе уже камеру поставил, чтобы он уже все просматривает. Смотрите, причем камера у него смотрит не на его территорию, а на вашу, да, он хочет понимать, кто с вашей, какой враг придет с вашей стороны, да? А то сосед, пойдем, что-то выпьем, отдохнем, братуха, потом на море покатаемся на лыжах. Ну ты че, мы же с тобой соседи, братан. Да, конечно, заходи, заходи. Слушайте, ну хорошая история, хорошая. Вон два домика, смотрите, каких хороших стоят, да? Смотрите. Отлично, отличная история, ребят, отличная история. Все, поеду еще один вариант, попробую, постараюсь показать вам сегодня. И всех призываю, ребята, кто в бюджете у меня за наличку 13-15, ребята, набирайте, набирайте, бронируем. Все, я вас обнял, счастья, здоровья, любви. Это хорошая покупка, я вас уверяю, на сегодняшний день. Просто отличная покупка.